На этой выставке представляем систему капланарную с электроприводом. Она позволяет нам легко открыть достаточно большие шкафы. И сама система капланарная, она уже традиционная. Это от компании Чинета одна из лучших разработок в этой сфере. То есть позволяет использовать и из плитного материала решение, и с рамкой. Широчайший ассортиментный ряд может предложить для клиентов, потому что произвольную ширину шкафа для этой системы, ширина шкафа не принципиальна, может быть ширина любой. На выставке показываем сервопривод, который тихо, плавно, мягко открывает, закрывает двери. При этом не только с пульта доступно, но и непосредственно вручную. Если нам необходимо, можем подойти, легко потянуть за шкаф, и сервопривод сработает, полностью распахнет нам шкаф и даст доступ к всему проему. Причем напомню, что так называемая мертвая зона, то есть перекрытие дверью проема, составляет всего лишь 5 сантиметров. То есть позволяет использовать любые выкатные решения. Также мечтаю показать новое дополнение компании Viba. В Европе традиционно уже, наверное, второй год точно становятся популярны темные цвета. Это титан, это дымчатый серый. И у нас уже доступна в наличии на складе система Venus, которая показывает, каким образом можно реализовать привычную рамку. Все сделано в элегантном темном матовом цвете. При этом все конструктивные элементы у нас скрыты. У них доступна регулировка. Мы ее не видим, она скрыта под заглушкой. Все наполнение легко монтируется и может быть скомбинировано. Да? Например, вот так. Можем сделать это решение не только в выкатных картинках, но и полноценный ящик с стеклянными боковинами, передней и задней кромкой тоже из стекла. Мы предлагаем готовое решение, Viba предлагает это решение как комплекс. Мебель еще необходимо сделать, ну, буквально только, ну, все. То есть это готовый ящик, его просто собирают, ставят, все. Не нужно отдельно заказывать стекло, не нужно задумываться о том, где бы найти направляющую. Все сразу в готовом решении. И в этом же дизайне, в этом же стиле Viba показывает и свой пантограф. Очень удобное решение для высокого шкафа. На выставке это показать сложнее, но когда шкаф действительно высокий, более 2 метров, это действительно очень-очень удобно. Для наиболее популярного решения от Чинета системы PS48 также доступна сервопривод, который обеспечивает такое же плавное движение открытия-закрытия. Доступен вариант с пульта, либо тот, который угадывает ваше движение. Как все работает, можно увидеть наверху. Надежная система, которая гарантирует это движение, ну, на протяжении всего срока службы.